культурном центре Братеева молодежь изучает различные виды современных танцев в студии Illusion Dance. Здесь занимаются около 20 ребят. Они готовятся к соревнованию, репетируют современный эстрадный танец «Двор чудес». Он представляет собой смесь джаз-модерна, хип-хопа и даже латиноамериканских мотивов. Комбинации элементов размером 8 тактов повторяются раз за разом, чтобы выявить ошибки. Ребята стараются соблюсти синхронность движений, чтобы все смотрелось органично. Урок за уроком изучается каждая отдельная часть танца. Так тело и разум сохраняют в памяти все составляющие. Детей здесь обучают таким образом, что они развивают в себе навыки классической и современной хореографии. Это дает возможность выбора – стать профессионалом в этом деле или оставить танцы в качестве увлечения.